книжки же мы будем доносить, то есть это только вот как бы начало. На самом деле потрясающе. Фиолетовая наклейка на твердой обложке и на особой полке книг в умной библиотеке. Так родители детей с ограниченными возможностями здоровья теперь без труда найдут для себя нужную литературу. Специальную полку с полезными книгами открыли в умной библиотеке. Акцию под названием «100 книг для особенных родителей» организовали участницы Химкинского отделения Союза женщин России. Это книги от педагогов, от психологов, книги от родителей, которые тоже столкнулись с подобными проблемами. В наших книжках родители подчеркнут для себя много полезной информации. Самое главное, поймут, что они не одни. И все проблемы можно решить. Очень много специалистов, которые им помогут. Волонтеры Союза женщин России передали умной библиотеке 40 книг. Это большое подспорье для родителей, как говорит Камила Артяева, которая воспитывает особенного ребенка. Иногда возникают вопросы, которые нам можно найти в интернете. Да? Иногда бывают, есть книги, которые уже авторы написали. И иногда хочется, чтобы это было все в одном месте. Прошел, посмотрел каталог, там, нашел нужную книгу и получил ответ на вопросы. Совет семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Химках появился год назад. Они постоянно занимаются организацией различных мероприятий, которые направлены на помощь родителям. Мы с ними, мы занимаемся этими проблемами, мы им как-то стараемся так помочь. И это, мне кажется, самое ценное. Помочь в сборе литературы может любой желающий. Можно принести новую книгу или уже прочитанную, неважно. Самое главное, чтобы литература была полезной для родителей, которые воспитывают особенных детей. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.